В этом месяце в Абыйском районе выбрали нового главу муниципального образования. На должность главы Улуса был избран Станислав Цукцинский. В канун Дня местного самоуправления в поселке Белая гора состоялось официальное вступление на должность главы. На торжественной церемонии присутствовали представители республиканской, местной власти, руководители учреждений, предприятий и организаций, представители общественности, приглашенные гости и жители поселка. Я хочу сказать, что в той клятве, которой я давал клятву на муниципальном уставе муниципального образования, хочу сказать, что вся моя программа, которая была намечена, которую я обсуждал со всеми вместе с вами, эта программа будет выполнена, и только вместе с вами я смогу ее претворить в жизнь.